за святую Русь помолюсь. Когда Садова не будет. Еще познакомлю, да, постарше. Это Зубр. Это уровень Сергеева, Латинкова. Вот. Это Зубр. Вот. Шушинский район, это подальше. Это там похолоднее, чем у меня. Вот. Я пока показываю одну фотографию. Я попросил, он мне много прислал эти фотографии. Видите? Я, чтобы страна знала своих героев, я его попросил все данные, какие можно. Смотрите. Все, что он посчитает нужным. Почему? Лучший виноград, лучшие саженцы виноградные. Это к нему. А он от Енисея живет, которого 30. Больше никто не свалит на эту самую, на теплый Енисей. Вот это есть Александр Петрович. Суперсадовод. Я горжусь тем, что мы дружим. Он выступал на моем семинаре. Пока одна фотография. Это будет. Знакомить буду, не успеваю. Почему? Тема та же. Пусть старше, не знаю, сколько ему лет. Вот. Просто однажды было так, когда я понял, что я владею уникальным материалом, потерять его легко. Я мне уже 40 лет делали операцию, после которой я чудом выкарабкался. 40 лет, да? Я тогда сказал себе, Сатинович, нужна помощь. Я письмо пишу этому губернатору Краснодарского края. Вот, помогайте в ответ. Берите кредит. Отличный совет, да? Садовался кредит. Когда вернешь, догадались? Ладно. Через пару лет уже другому губернатору пишу такое же письмо. А я же не просто, я же вот этими плодами. Вот жалко, что мне сюда показывать, да и времени нет. Сергею Сергеевичу, министру и замминистра Елене Сергеевне, показать то, что у меня было первые годы. Это невообразимо, я еще сам не верю. Вот. Хотя это правда не обман. Так вот, спускает мое письмо, и, наконец, звонок, а там есть Шушинский, есть зам по сельскому хозяйству, а есть еще какой-то другой зам. И вот тот, который по сельскому хозяйству, звонит мне, вам чего от нас надо? Вот такой голос, знаете, со злобой. То есть его заставляют, спустили письмо, типа, ну-ка разберитесь с Железовым, что там за то ли придурок, то ли действительно уникум. А ему работать-то неохота. Это всей системе вот это неохота работать. Вот. Елена Сергеевна, это... Ну, тогда и садов не будет. Так вот, представим себе Александра Петровича, да, он немного занимается организацией туристического бизнеса там. Но это такая мелочь для него. Это опытнейший кадровый работник. Он сам бывший этот... чиновник бывший. Да ему дай только волю, дай ему Шушинский район, он из него сделает сад. Дай ему Красноярский край, и включая Красноярский, начиная от Тувы до Красноярска, все это будет сплошной сад. Дайте ему,